настало и твой черед ответить на наш вопрос. Что бы ты выбрала? Накормить всех голодных или личное счастье? Первый этап финального конкурса – самопрезентация. Каждая из 8 участниц рассказывает о себе, своих целях и достижениях. Вопросы к финалистам разные. Ведущие спрашивают и про характер, и про деньги. Ведь сумма выигрыша немаленькая – 200 тысяч рублей и поездка в Макао, предоставленная генеральными спонсорами, развлекательным комплексом «Тигре де Кристалл» и компанией «Суматори». Кастинг на участие в конкурсе красоты от 8 канала и модельного агентства «Астромодел» состоялся еще в конце мая. За главный приз сначала боролись 12 претенденток, в финал вышли только 8. Всем девушкам от 16 до 25 лет. Мероприятие стало ежегодным и проходит уже во второй раз. Желающих примерить корону от Виктори Кристалл становится все больше. Конечно, у нас в конкурсе есть изменения, потому что в этом году он проходил уже в 3 этапа. Первый – это кастинг, второй – это полуфинал, который проходил в «Тигре де Кристалл». И уже сегодня с видом на золотой рог мы можем лицезреть красивых девушек. Главный козырь вечера, конечно, дефиле в купальниках от компании «Шика». С таким дресс-кодом можно покорить любого мужчину. Красоту девушек подчеркивает и оформление зала. Цветочно-мастерская «Арта Лампони» к событию готовилась заранее. Букеты выдержаны в одном стиле, декор на высшем уровне. Площадкой конкурса «Мисс Санрайз» стал шатер на крыше здания морвокзала. Место, которое уже успели полюбить многие жители города. Не обошлось и без вкусной еды. Фуршет для всех посетителей организовал бар-ресторан «Кларксон и Ко». Разбавляли праздник между выступлением конкурсантов жаркие танцы и горячие исполнения музыкантов и вокалистов. Как утверждают сами члены жюри, выбрать победительницу – дело непростое, однако в момент принятия решения, кто же все-таки унесет корону, сомнений не было ни у кого. Мисс Санрайз 2017, Даяна Тутон! Даяне 18 лет, она только окончила школу, увлекается графическим и веб-дизайном. В конкурсе красоты участвует во второй раз. И снова победа. Быть моделью для нее не просто хобби, а серьезный шаг в жизни. Несмотря на другие планы, подиум забрасывать не собирается. У мамы есть мечта. Она очень хочет построить себе дачу. И половину денег я отдам ей, а половину денег я куплю себе станцию, чтобы развиваться в графическом дизайне. Финалисток 8, столько же и номинаций. Без подарков никто не ушел. Девушкам вручили сертификаты от компании Gold Elite, Fit & Fast, Ista, Premier Fitness и Lecron. А 8 канал и модельное агентство AstroModels подарили путевку в Таиланд и 50 тысяч рублей. И, конечно же, хочется сказать спасибо участницам, потому что это большой на самом деле труд. Как и нам, организаторам, так и участницам этого мероприятия. Кстати, девушки блистали не только на сцене. В зрительном зале всех гостей радовала красавица от Центра лазерной косметологии ТИС. Компания выступает генеральным партнером конкурса уже во второй раз. Официальный спонсор «Мисс Санрайз 2017» – строительная компания «Ренессанс Актив». В общем, Белочка тоже была во внимании. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков, Станислав Лазебный, Андрей Макаров. Новости на 8.